50 гривен отдашь. Мне за запись уже дали. Давайте я. Ну давай, я тебе отдам потом. Без этого. Ну там еще что было, в этом я ее первый раз когда подключил, то есть он мне буквы высветил, то есть я нажал на нее, мне начал ставить диски, я вынул, вставил, то есть просто вытащил, вставил, то есть ничего не делал. Я просто уже вставил, то есть я сразу пришел, как только увидел, что она пахнет. Да, я с кнопки ее выключал, там кнопочки закрыли. Я два раза на нее нажал, то есть с первого раза она не выключилась, а второго выключилась. Я точно помню, что красная лампочка точно горела. Это 100%. Я еще смотрел на время постоянно, потому что игра немножко обманывалась.